Дай почитать. Здравствуйте, Я Ксения Станиславна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Ну вот, мои маленькие читатели и читательницы, что вы знаете про куклу-убийцу, про ученого Питера и его мертвую невесту Луизу, про то, как Наталья Николаевна Гончарова съела поэта Пушкина, про ужасного чмок-чмока, про маньяка Мишу и киллера Гришу, про палача Толика и тринадцатое отражение девочки Ани, ну, если не боитесь, то, пожалуйста, с удовольствием читайте книгу Валерия Роншина большая страшная книга как Наталья Николаевна съела поэта Пушкина и другие ужасные истории. Страшилки чудесный образец детского фольклора, знакомый любому, кто был хоть один раз в пионерском или летнем лагере. И с замиранием сердца слушал и сам рассказывал страшилки. В книге страшилок очень много. Их смысл в том, что тема смерти долгое время для детей была запретной. Но трагедии конца XIX века и XX века сделали эту тему открытой для детей. Понять неизбежность и ужас смерти сложно не только ребенку, но и взрослому. Однако вытаскивать себя из страшных объятий ужаса необходимо. Вот поэтому Руншин и сочиняет романтические, исторические, фантастические, смешные страшилки только при помощи смеха, забавного несовпадения можно избавиться от предчувствия неизбежности конца. А все живое не вечно, все смертно честно, начинала читать эту подростковую книгу с легким недоверием и пренебрежением. Но после страниц десяти увлеклась. Это не пугает, не отталкивает, не выглядит страшным или нелепым. А ощущение, будто ты сидишь у костра или в сумеречном домике пионер лагеря и слушаешь жуткие истории с юмором, с озорством и весельем, побеждающие смерть, страх и тьму. Вот так-то, мои маленькие читатели и читательницы. Читаем обязательно 12. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах Читай город по адресам Преображенская 65, Ленина 103а, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! дай почитать.